Соблюдай правила ПДД и будь взаимовежлив на дороге. Разговор о необходимости соблюдения данных правил состоялся в техникуме питания и торговли. Со студентами встретились сотрудники региональной госавтоинспекции и провели интерактив по дорожной безопасности «Автотрезвость». Показали ребятам и специальные очки «Фатальное зрение», с помощью которых студенты на собственном опыте могут убедиться в пагубном влиянии алкоголя на организм. Нарушение баланса и координации движения, изменение времени реакции – все это испытали самые молодые люди, надев очки. Надев очки, ну, во-первых, стало все намного меньше. Намного. Во-вторых, было состояние, как будто я сейчас вот упаду. У меня поменялась координация, я не видел, что у меня под ногами вообще. Организаторы подобных встреч уверены, аварий, в том числе и с участием водителей, севших за руль пьяными, станет гораздо меньше. Мероприятие прошло в рамках месячника по профилактике вредных привычек среди несовершеннолетних.